Итак, всем привет, с вами Арсений, интернет-магазин Тукэмп и видеообзор площадки для поворотного механизма на стойке для лодок ПВХ. Для чего она? Для того, чтобы вы могли спокойно установить сюда свой любой поворотный механизм и на этот поворотный механизм могли установить кресло для лодки. Сейчас это очень актуально, поэтому мы решили немного расширить наше производство и добавить вот такую позицию. Размер самой площадки у нас получается 30 на 26, максимальная ширина посадочная между барашками получается у нас также 26 сантиметров. Вот максимальная толщина зажимаемая нашими барашками, которые идут в комплектации, получается 28 миллиметров. Этого вполне достаточно, чтобы данная площадка подошла для любых стоек, для любых банок. Вот, то есть эту площадку можно зафиксировать не только на стойках, но и на банках, чтобы не сверлить их отверстия под кресло и все остальное. Стойка для кресла — это тоже наше производство, ссылочку найдете в конце видео. Она немножко недоукомплектована, поэтому я не фиксировал, просто как образец в данном видео. Итак, понравилась площадка для поворотного механизма на стойке для кресел лодки ПВХ. Можете заказывать у нас на сайте, ссылочку найдете в конце видео. Подписывайтесь на наш канал. Если понравилось видео, ставьте лайки, дизлайки, оставляйте ваши комментарии. Рекомендую.